Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, уже очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться. Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальной экономики. Все чаще мы слышим самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей. Надеемся, что Российская Федерация, как локомотив нашего интеграционного объединения, будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках Союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран Союза.